Только оборудование изъято на 500 000 000 рублей. Сотрудниками УФСБ России по Дагестану совместно с республиканским МВД пресечена деятельность сети криптоферм, незаконно действовавших в Махачкале, Кизляре и в селах Кульзеп и Новая Гадари Кизил-Юртовского района. В результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято 4343 единиц компьютерной техники стоимостью более 500 миллионов рублей. По оценке специалистов, общий объем мощности незаконно потребленной электроэнергии составлял около 8 мегаватт в час. В настоящее время энергетиками производится расчет суммы материального ущерба, причиненного компанией.